Всем привет! Сегодня мы поедем на остров Панган. Стоимость экскурсии 1700 бат на одного человека. Там будет у нас много разного интересного, все это увидите. И экскурсия будет только англоязычная, русскоговорящих туда не бывает. Ну, по крайней мере, то, что я нашел в интернете, было так. Вот, погода сегодня замечательная, отличная. Сейчас я вам покажу. Здесь, видите, вот уже уборочка занимается. Трудолюбивый товарищ считается. Где они у нас тут? Давайте их поищем. Вот они. Море супер-пупер сегодня. Погода вообще класс. Видите, море у нас сегодня спокойное, поэтому ехать будет комфортно. Там ехать около 20 минут приблизительно на скоростном катере. Вот сама погодочка. Небо вообще чистое. Так что, надеюсь, будет все очень комфортно и классно. Вот отсюда мы отправимся на остров Панган. Вот, видочки вокруг, смотрите. Это немножечко уже другой причал, как я вижу, не те, с которых мы на другие экскурсии отправлялись. Но они где-то здесь недалеко друг от друга находятся. Здесь также это легкий завтрак есть, там бананы, печенье, кофе, чай. Можно перекусить перед поездкой. Я так понял, что мы поедем на вон той зеленой лодочке, если мы не ошиблись. Вот это, видите, вот правее, который стоит. Вроде так. Ну, а там, не знаю, короче. По факту разберемся. О, пупсик. Мы отплываем на Панганчик, да? Видите, сколько народу здесь собралось, а? Такие у нас два движка Yamaha, 200 сильные каждая штучка. Мы в самой заднице сидим. Вот такие видочки на данный момент. Прибыли на остров Панган. 25 минут ехали. Да, пушистик? Мы высадились на Пангане. Вот на этой лодочке мы приплыли. О, классное дерево с корнями. Я обстановочка вокруг. Тренажерные всякие, видите, здесь есть штучки. Можно позаниматься, кому интересно. Видочки. По Пангану гуляем пока что. Вот так не особо шумно здесь, вроде я гляжу. Вот туда же что-то написано, смотрите, видите. Сейчас куда-нибудь придем.
какая тачанка едет. Вот нам карту дали Пангана. Вот такая вот, видите, большая. Короче, мы сейчас здесь находимся. Да, Светик? Ага. Нам сказали, вот видите, вот в этом месте. А Full Moon Party будет проходить вот здесь вот. Видите, как бы разница все-таки большая. Здесь мы находимся, а будет здесь. Здесь даже написано Full Moon Party. Мы сюда, кстати, тоже поедем 12 февраля. Сегодня 10 февраля. Тут разные экскурсии я гляжу. Что чего можно тут делать. Так что вот смотрите, выбирайте, кому что интересно. Я думаю, в интернете можно это все найти. Такая вот у нас карта. Мы сейчас поедем карта. сюда, потом уже сюда. Ну, короче, так, будем колесить, да, по острову. Мы отправились на первую точку. Что там будет, не знаю. Узнаем скоро. Сейчас мы едем. Куда-то едем. Такая у нас дорога. Пока ничего нету. Что будет интересно, будем показывать. Едем по Пангану. Вот такие у нас виды. Пока что. Понравился мой обзор, как мы добирались на Панган с острова Самуи. Ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. А в следующей серии мы с Пангана уже отправимся на катере и посетим замечательный пляж. Там вообще классно, здорово, красиво.
всем рекомендую не пропустить эту замечательную новую серию. Вот. Всем до новых встреч!